Вы смотрите видео об отеле «Олимп». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Олимп» расположен в стране Абхазия в регионе Сухум и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Республика Абхазия, Сухум, улица Арденбах, 4. Поездом или самолетом до Адлер. Далее на общественном транспорте или на такси до Казачьего рынка 8 км от ЖЭ до вокзала, 15 км от аэропорта, затем пройти пешком около 500 метров до ПОК. На территории отеля имеется рестораны и бары, парковка, экскурсионное бюро. Номерной фонд отеля состоит из стандартный 1 местный 1 комнатный, холл основных мест 1, мебель полутораспальная кровать, оборудование, вентилятор, телевизор, ЖК, холодильник, санузел с душем, фен, ПК 2-местный 1 комнатный, колба основных мест 2, колба док, мест 1, мебель, 2 односпальные кровати, 1 двуспальная кровать, оборудование, кондиционер, телевизор, ЖК, холодильник, санузел с душем, фен, люкс 2-местный 2-комнатный, колба основных мест 2, колба док, мест 2, мебель, двуспальная кровать, набор мягкой мебели, оборудование, кондиционер, телевизор, ЖК, холодильник, санузел с душем. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть интернет, Wi-Fi в лобби. Также бесплатно доступны проживание, двухразовое питание, завтрак плюс ужин. За дополнительную плату имеется дополнительно на месте, оплачивается курортный сбор минус 40 рублей, страхование от несчастных случаев – 250 рублей. Расстояние до пляжа 800 метров. Городское пользование пляжем. Год постройки гостиницы – 2012. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.